Друзья, всем привет! Я опять снова на канале Южной Каролины недвижимость Таня Курдоглу. И сегодня я привезла вас в прекрасный городочек, показать вам, что наша Изли – это крутой район, где также можно жить и радоваться вместе со своей семьей. Хочу показать вам вот этот «Ну, погоди» дом. У меня даже сегодня костюм в виде «Ну, погоди». Ну, это такой прикол, но не забудьте подписаться, распространять мое видео, ставить лайки, комментировать. Я с вами, а вы со мной. Хорошо, договорились? Вы готовы к обзору этого шикарного дома, который имеет, сейчас я вам подскажу, сколько чего он имеет. 4 комнаты, 3 туалета. Этот дом стоит 535 тысяч. У него здесь почти акр земли, но точно 0,74. Также он был построен в 1993 году. Как вам такой дом, как бы, не то что сельского стиля, но такой как бы чуть семейный, да? Как будто ты находишься здесь, и мне кажется, здесь нету ни проблем, ни разных забот, просто одна радость, любовь и взаимопонимание. Потому что здесь вот хочется только сидеть, отдыхать, смотреть на эту красу. Посмотрите, пожалуйста, на соседей. Здесь шикарные дома разного стиля, уютные. Этот домик такой уютный также. Здесь большая площадь спереди на этом участке. Хороший заезд, можно заехать очень многими машинами. Можно запарковать много машин. Почта у тебя будет рядышком с твоим домом. Вышел, забрал. Ну и природа, погода. Как вы видите, крыша хорошая. Возле окон можно чуть-чуть вот эти shutters перекрасить на другой цвет. Но меня очень интересует вот такие porches, как бы. Только не хватает еще качельки. Давайте зайдем вместе с вами и посмотрим этот шикарный дом. Как вам вот именно такой маленький порчик, балкончик или терраса, как вы хотите называйте. Здесь вроде все в хорошем состоянии. Посмотрите, да, на этот пол. Обратите внимание вот на это. Это кто-то хотел и раньше вешал такие жалюзи. Знаете, как бы, когда ты здесь сидишь, и тебе солнышко падает в глаза, ты можешь просто шторку опустить и прикрыться. Но травичка у всех зеленая. И даже, можно сказать, одинаково и у соседей, и у тебя. Я посмотрела, что этот дом имеет неплохую дверь. Но почему она чуть-чуть такая, как бы ее кто-то стер, да? Получается, цвет облез, краска. Я не знаю, стоит ли такие двери лакировать или красить. Что вы думаете? Пишите в комментариях. Может, видимо, что-то здесь сделали не то, что не так. Все хорошо, просто 93-й год. Давайте зайдем вместе в этот интересный дом, который вот раньше так строители строили. Хочу, чтобы вы обратили внимание. Здесь, наверное, у нас не будет все хорошо со светом, так как дом не новый. Хорошо. Именно когда я зашла через двери в этот дом прекрасный, я вижу, здесь есть лестница. Это меня не пугает, потому что я в своем доме также это сделала. Главное, что она, вот, покажу вам, не ударяется в этот дом. Еще, видите, сколько есть места. Так что здесь все с этим нормально. Качество присутствует. Потолки у нас восьмерочка. Ребята, если вам потолки давят на голову, дом, конечно, вам не подойдет. Хотя здесь, мне кажется, будет неплохо жить из-за одной локации и природы. Смотрите, пожалуйста, на эту зеленую комнату, которая имеет два окна. Это такой американский дом в американском стиле. Тем более в южно-каролинском стиле, 100%. Попкорн остался, ну как бы с него его нужно, наверное, менять, если вы хотите поставить под свой вкус. А так можно и с ним прожить. Размеры этой комнаты хорошие, это легко заменить. Как вы думаете, дома в 93-м году устроили чуть больше качества, чем сейчас? Также пишите, хочу узнать, как строят дома сейчас в вашей стране, как строили раньше, поменялось ли качество. И все осталось в том же самом стиле. Два окошка, свет, размеры хорошие. Давайте пойдем дальше. Здесь у нас, как вы видите, опять же, хорошее качество, настоящее дерево. Хотите, поменяйте цвет, нет проблем. Welcome to dining area. Это formal dining area, это дом, это комната, где мы угощаем своих гостей, но также и делаем разные шикарные обеды или угощение своим родным и близким. Опять же, свет здесь хороший, два окна все-таки. Тепло и холод у нас снизу, потому что
дом отнят. Как вам такие обои в таком стиле? Как вам, дорогие? Вы любите обои? Если вы их ставите в своей, скажем, квартире, в своем доме, какой узор вы подбираете? Какой цвет вы выбираете? Лично? Это такой веселый стиль, я скажу. Я не могу, сдалека она смотрится как птичка, как цветочек. Ну, это цветы, конечно. Интересные обои. А сейчас мы просто проходим с этой прекрасной комнатой, которая стоит вместе с кухней. Мне это очень радует, так как здесь хозяйки очень легко занести все блюда прям на стол. Но, если ты не хочешь каждый день кушать там, а это и не нужно делать, у нас есть вот место для стола под этой лампой, которую вот там я вам покажу. Хороший островок. Не скажу, что большой, но можно поставить продукты, фрукты, хорошие угощения. Даже можно присесть и покушать. Сколько я кухонь навидалась, но вот эта кухня меня удивляет. Вы знаете, цвет покрасили. Конечно, здесь была совсем другая кухня, может быть, это темная. Но хорошо, что его покрасили на бежевый, потому что дом стал намного светлее и просторнее. Электрическая плита. Не буду отодвигать, хотя иногда могу подвинуть, посмотреть, если там есть газовая труба. Но, скорее всего, здесь газа не проводили, так как дом далеко от дома. Как вы видели, расстояние здесь между домами просто мечтай. Есть такая интересная. Посмотрите, они, видимо, любят вот эти все цвета, у них даже обои. Зелененький, синий, такой темно-бурдовый. Ух ты, да, такое еще не видела, да? Классная штука. И вы знаете, она установлена с кабинетом. Вот кабинетчик, кто делает кабинеты, молодец. Так, у нас здесь есть Lady Susan. Все, ребята, ну грязные, люди не вытерли. Как бы снаружи вот здесь неплохо смотрится, а кабинет внутри нужно повытирать. Любили пить напитки разные. Любили пить напиточки разные. Ух ты. Посмотрите, такого еще не видела. Во-первых, окно в гараж. Как бы я не сильно бы хотела с кухни смотреть на гараж, серьезно. Как бы его закрыть здесь или повесить какую-то картину? Я любитель, очень любитель таких сосновых продуктов, но еще не время. Мне кажется, нужно чуть-чуть подождать до зимы. Чуть-чуть, что-то они рано поставили. Надеюсь, они не планируют этот дом продать зимой. Нужно продать его раньше, так что звоните, мы цену опустим. Найдем разные причины, чтобы только ее опустить. Здесь мне нравится плиточка. И вообще, кухня сама по себе интересная. Ее все обставили кабинетами. Ни одного места не оставили без кабинета, ни одной стены. Холодильник стоит далеко, так что можно взять, присесть, покушать. Вот эта сторона мне кабинетов очень нравится, как я говорила вам. Вот здесь мы ставим большой стол. Окна, ребята, окна у нас деревянные, еще какие были. Как деревянные, можно вот так открывать, что ли? Деревянные, но их покрасили, я сейчас их не оторву. Дорогие, я их не оторву, чтобы вам показать, как они открываются, так как краска прилипла именно к другой части дома. Попкорн, ну так себе, знаете, неплохо и нехорошо. Так как мы уже находимся в этой части дома, я бы хотела вас провести и сюда дальше. Ну давайте уже покажем вам гараж. Опять же, стеклянная дверь в гараже. Прыгнуть чуть дальше. Покажи, пожалуйста, гараж. Гараж, ребята, в хорошем состоянии. Здесь ничего не пахнет такого лишнего. Я смотрю на потолки или где-то протекало. Ну, как бы все нормально, трещин. Но нету. Видите, как хорошо, что их нету. Гараж у нас экстра ларж. А здесь еще есть такая маленькая пряталка, где можно поставить ваши инструменты. Хорошенькая комната. Молодцы, что ее оставили и даже прикрыли дверкой. Понимаете, это хорошо. Гараж, я вам скажу, очень длинный, так что это большой плюс. Как вы видите, есть даже поливачки, траву поливать. Можно именно не выходя из дома. Ну вот. Вот это я не понимаю. Почему? Как можно было окно сделать с кухни в гараж? Ну что у нас будет в гараже стоять? На что смотреть? Заходим мы обратно. Кухня по эту сторону, а на эту сторону у нас прячечная. И еще есть одна комната, в которую мы также сейчас зайдем. Как вам такой салатовый цвет? Интересный?
дорогие, сейчас я уже почти поднялась на этот этаж, который мы видим сверху с этой стороны. Я хочу вам сказать, что это бонус-комната, которую также хочу вам показать. Здесь можно поставить телевизор. Очень много света. Вот эта часть комнаты или дома мне очень даже нравится. Сколько у них полочек, видимо, у них тут стояли разные свои статуэтки, награды. А что здесь вешается? Смотри. Что здесь можно повесить? Может быть, гитары какие-то, я не знаю, может, какие-то музыкальные инструменты. И вы знаете, эта краска такая интересная. Интересная штукатурка. Как бы вот клазет есть, можно там что-то положить. И еще есть... Вау, поняла. Здесь два входа на второй этаж. Так что, ребята, мы оказались на втором этаже, давайте его и закончим. Клазет. Мы поднялись на второй этаж именно из гаража через стирочную комнату. Но пройдемся уже, как если мы уже здесь, мы пройдемся. Хотя, как вы видите, эта комната совсем отдельно, она закрывается, туда можно попасть через любые двери. Хорошо. Будем мы искать 4 комнаты, которые я обещала вам показать в начале видео. Проходите, пожалуйста, в большую комнату. Большая комната. Смотрите, у них даже такая... Смотри, какая у них резетка интересная. Как вам? Как вам размер такой комнаты? Я считаю, что здесь неплохо. Именно ковролин чистенький. Хотя, этой стороны, вот там я вижу пятнышко. Мне кажется, там что-то разлили. Но ничего страшного, его можно помыть. Вот так будем в этом доме ходить. Комната напротив комнаты. Это же наши стили. Когда-то я жила тоже. Коридор и комната возле комнаты. Опять же, красочный дом. Видите, какие краски у нас в Южной Каролине. Люди любили краски. Хотя у нас и так солнышка хватает. Но что-то им не хватало в доме. Неплохой размер комнаты. Неплохой размер комнаты. Даже большая, могу сказать, комната. С которой мы можем зайти в туалет. Давайте пройдем в туалет. Так, что у нас здесь хорошо? То, что вот комната эта с унитазом отдельная, есть где покупаться, искупаться. Здесь двери может нас чуть ударить, но ничего страшного, проходим дальше. Смотрите на этот туалет. Ну, меня устраивает, моим детям бы понравилась высота таких кабинетов, скажем. Зеркала хорошие, свет вроде есть, но попкорн чуть-чуть грязненько, нужно потолки вот здесь именно перекрасить. Плитку можно и оставить. А как вам этот туалет? Как вам круглые раковины? Угу. Так, мы зигзагом так пришли с одной комнаты в другую. Там мы были, здесь, смотрите, такой клазет. Ну вот, мы были там, как видите. Представьте, что мы сейчас поднимаемся на второй этаж именно отсюда. Так, сейчас мы находим одну из самых больших комнат. Это... спальня для взрослых. Посмотрите, пожалуйста. На большой клазет, в котором еще есть двери. Куда, интересно, эти двери ведут? Что? Еще третий этаж? Ага. Еще один этаж. Ты сможешь пойти показать, что там есть? Включи свет, пожалуйста, потому что я на своих, ну погоди, уже не хочу подниматься. Ничего. Вот тут клазет. Дорогие, а сейчас, как вы видите, я показала вам, что сверху находится, и готова пройти с большой комнаты хозяйской в хозяйскую ванну. Давайте посмотрим эту хозяйскую ванну, как раньше строили. Так, для него, для нее это ясненько. Все здесь красиво украсили, еще сделали для продажи дом. Перед продажей кабинеты. Здесь нужно внутри помыть, сверху вроде неплохое качество. Как вы видите, есть шкафчики, где можно поставить. А вот душ очень интересный. Вот такого я еще не видела. Я даже хочу здесь... Смотрите, интересный душ, да? Короткий такой. Я даже, если честно, хочу здесь вот постоять. Эмока.
упереться, так классно здесь стоять и упираться. Это, вот это для чего они сделали. Один душ принимает, другой стоит и упирается. Нормально. Ну, как вы знаете, не люблю я это, когда вместе, но что сделаешь? Сам дом зато снаружи красив. Снаружи вот это красиво его сделали. И красивый бекер сейчас, который я готова вам показать. Так. Так что мы увидели три комнаты сверху, четвертая это было бонус. Ну, еще, наверное, будем искать одну комнату снизу. Давайте пойдем вниз теперь. Дорогие, я спустилась со второго этажа. Как вы видите, я эту часть дома вам показала уже. И сейчас я готова вас провести в другую часть этого прекрасного дома и показать вам бэк-ярд. Ух ты, да! Так, здесь есть хороший клазы, где ты вот можешь поставить. Вы поняли, что можно поставить? А здесь такие интересные обои. Интересные обои, ребята. Я как будто павлином стала на минутку. Ну, это половина туалета, так что вот это все хорошо. Интересное такое раковина. Можно руки мыть, не нужно только смотреть, можно использовать ее. Красивая она, красивенькая. Так что да, комнатка это прикольная. Но хочу завести теперь в эту комнату. Проходим и хочу сказать, это что, еще одна мастер-бедрум? Нет. Хотя эта комната... Мне очень нравится вот камин. Конечно, как украсили, это понятно, очень красиво. Очень приятно находиться в этой комнате. А здесь у нас есть такой маленький клазет. Скорее всего, я бы назвала эту комнату офис. Можно здесь работать, серьезно. Вот здесь бы можно было и поработать. Есть столик, где присесть. Все, что нужно для жизни, для рабочего места, это очень большой плюс. Ну и сейчас давайте мы пройдем уже на второй этаж через эти двери. Извините, не на второй этаж, а на задний двор. На задний двор. Посмотрите, где мы находимся. Мне очень нравится эта плитка. Здесь опять же можно поставить свои диванчики, столики и смотреть телевизор. А сейчас я постараюсь пройтись по этой части дома. Мы уже там были, как вы понимаете и помните. Там место для стола. Представляете, какой шикарный вид. Пожалуйста, обратите внимание на этот большой участок. Это очень сейчас трудно найти. У людей стоят прям как настоящие гуси. Эмлка, пожалуйста, можешь подвинуть камеру и показать эти гуси, как будто настоящие там. Вау, красивенькие, красивые качельки у них. Вот представьте, этот еще ваш лес. Я думаю, что можно зайти чуть дальше. А дерево, какое красивое дерево. И, конечно, вот здесь хороший заезд, машина на два гаража. Все здесь очень отлично. Мне нравится. А как вам? Дорогие зрители, спасибо, что зашли на мой канал. Комментируйте, подписывайтесь, участвуйте, смотрите видео до конца. Хочу поблагодарить вас за то, что вы у меня есть. И хотела бы подвести итоги об этом интересном доме. Снаружи мне нравится. Очень этот дом ставлю 5 звездочек. Мне нравится ландшафт, трава, все, что участок сзади, спереди, по бокам, соседи. Очень классные. Все дома снаружи здесь супер. Но вы, как видите, мы заходим в дома изнутри и внутрь попадаем. Они чуть смотрятся по-другому. Вы знаете, мне лично 8 фито потолки не смущают. Я в таких домах жила, ничего страшного. И хочу сказать, что то, что есть камин в этой комнате, интересно. Хотя я бы хотела, чтобы эта комната была открыта, вы сами понимаете. Но я думаю, что там не проблема, если можно было вырезать такое большое окошко, или как сказать правильно, между этими двумя комнатами. Помните, я показывала комнату спереди зеленую, а потом показала вот эту последнюю с камином. Они же соединены. Сделала большую такую арочку, и все, у тебя все открыто. Вот это бы мне больше понравилось. Кухня, ну кухня так, и закрыта, и открыта, вы сами понимаете. И да, и нет. То, что стол здесь стоит возле окна, I like it. То, что есть два входа на второй этаж, мне очень нравится. Окошко. Ну, если поставить туда какой-то, не хочу говорить, какую машину, может быть, нравилось. А так, ну, как-то, почему там окно это стоит, вы можете мне объяснить? Я не понимаю, кто это хотел, это окно? Кто хотел наблюдать за соседями, если гараж поднять с кухни?
Ну, это просто мои, как бы, мышления. А так, район классный, локация хорошая, школы хорошие. Будет налог на этот дом маленький, где-то 4000. И также страховка будет 800 долларов до 1000, это все раз в году. И что здесь есть, недорогой. Так что, надеюсь, вам понравился обзор этого шикарного видео, то есть шикарного дома. Так что всегда пишите, звоните, я на связи. 864-747-5561. 864-747-5561. Всем спасибо и пока-пока.